что часто задаваемый вопрос – это как вы чувствуете себя в амплуа ревизора? Но мне больше всего интересно, кто же такая Елена Летучая, как она изменилась, когда стала известной на всю страну? Ну, если говорить про амплуа, то мне очень комфортно работать ревизором, потому что я такая, какая есть в жизни, такая я настойчивая и в программе ревизора. Конечно, в программе больше у меня различных ситуаций, потому что я прихожу всегда в разные заведения без предупреждения, поэтому, конечно, у меня больше бывает каких-то и конфликтных ситуаций, но я, как и в жизни, всегда улыбаюсь, как и в жизни я не реагирую на агрессию и всегда всем советую, если вдруг вам встретился какой-то злой, агрессивный человек, вы просто улыбнитесь, и пускай вся эта агрессия обратно ему и вернется. Вот. Поэтому могу сказать, что я всегда была очень внимательным потребителем. Мне комфортно. Вы также работали продюсером и создавали проекты. А какие проекты вы создавали, какие запомнились больше всего? А я никогда не была продюсером, я и сейчас продюсер, я и сейчас параллельно с ревизора делаю фильм о фильме для компании Yellow Black and White, для телеканала СТС, сериале «Корабль». До этого я работала с ребятами, очень талантливыми ребятами, я очень люблю с ними работать и спасибо им за то, что они дают мне одну из моих любимых профессий, это продюсирование, потому что я очень люблю создавать фильмы, я очень люблю придумывать какую-то концепцию, идею, потом ее снимать. У меня есть ребята, режиссер, операторы, которые со мной работают. Я всегда очень тщательно смотрю, как кадр выставляется, какие-то лайвы. Если мне что-то не нравится, я очень ругаюсь. Я изначально пришла в телевидение за производством. Мне всегда было интересно производство, я никогда не оставлю эту профессию, так скажем. Я надеюсь, что сейчас хоть как-то параллельно могу даже это делать, позволяет мне время. И я надеюсь, что я буду еще радовать зрителей какими-то интересными фильмами, потому что мне это очень интересно. Здравствуйте, Елена. Меня зовут Люба. Мешает ли вам известность в личной жизни? А где Люба? Да, Люба, привет. У тебя хорошо, журналистка выйдет. Сразу такие каверзные вопросы. Да, мешает. Какие у вас взаимоотношения в команде? Насколько вы требовательны? Есть ли у вас какая-то, может быть, культура корпоративная? Как вы проводите праздники вместе? Какой-то досуг, может быть? Вы спрашиваете у людей телевидения, какие праздники у нас? Нет у нас праздников. Мы на все праздники работаем, в командировках. Вот у меня день рождения на этой неделе, и мне даже хотели сделать командировку на следующий день. Я уже звоню шеф-редактору. Мы с ней очень много работаем, давно работаем. У нас такие почти родственные отношения. Я говорю: Полина, вот тебе не стыдно? Она: что? Я говорю: вот у меня день рождения 5 числа, а ты меня же снова в командировку отправляешь. Я говорю: имей совесть. Вот она меня там передвинула на 8 число. Вот, поэтому день рождения смогу как-то спокойно отметить, у нас нет праздников. Отношения почти родственные, потому что мы все время находимся вместе. Они меня очень хорошо знают. То есть мой продюсер Елена, она чувствует даже, в какой момент я что буду делать. И она может подстраиваться. Это очень помогает на съемке, потому что она точно знает, куда я пойду, что я начну говорить. Она пытается это все, ситуацию как-то смоделировать так, чтобы это было нам очень удобно, и мне удобно, и для программы, чтобы это все было. Елена, вы очень красивая девушка, наверное, у вас масса поклонников, но все же, какой для вас идеал мужчины, который может покорить ваше сердце? Да, конечно, для каждой женщины существует мужчина, который может сделать ее счастливой. Будь она ведущей, телевизионной, или бухгалтером, или горничной, или кем угодно. Потому что какая бы профессия ни была у женщины, она все равно в первую очередь остается женщиной. И, конечно, любой женщине хочется, чтобы ее любили, чтобы о ней заботились. В отношениях, я считаю, самое главное – доверие. И в своем уже сейчас, так скажем, возрасте, в своем опыте, женщина должна уступать мужчине, все-таки он должен чувствовать себя мужчиной. И в свою очередь тогда мужчина будет позволять женщине чувствовать себя женщиной, слабой такой, любимой. Для меня мужчина должен быть мужчиной в первую очередь, брать на себя ответственность, держать слово. Но все-таки шопинг – это самое малое, что может порадовать женщину. Но порадовать настолько, насколько мы даже не можем себе, наверное, представить. И ваша самая любимая
наверное, точка шопинга. Где вы любите больше всего шопиться? Я скажу больше. Шопинг – это не маленькая радость, а для меня это сумасшедшая радость. Я уже признавалась не раз в том, что я шопоголик, я очень люблю одежду. Я такая прям девочка-девочка в этом плане. Я люблю туфли, мне их всегда мало. Я люблю пальто, я люблю шляпки, я люблю блузки. Все люблю. В стиле, как все успели заметить, я предпочитаю классический стиль. Причем я очень люблю подворовывать вещи из мужского гардероба. Я люблю рубашки, мужские костюмы, мне нравятся брюки, шляпы. Я люблю такие стили, как создают, я люблю такие образы, как создают, например, Yves Saint Laurent. Для меня это я искупала бы все коллекции, потому что вот от ботинок до туфель, до шляп, до костюмов, ну все просто, для меня просто идеально. Единственное, конечно, что я никогда не надену, это платье в стиле Барби. Вот я такие платья абсолютно не люблю, они не мое. Я считаю, что длинная юбка по фигуре ниже колена намного сексуальнее, чем короткая юбка, потому что она создает немножко интриги, если так все облегает. Я считаю, что же в женщине все равно должна быть загадка. Она должна быть привлекательна, но все открывать тоже не стоит. Было с вами встретиться не только с экрана телевизора, но и вживую. Хочется пожелать вам радости, удачи, чтобы вы всегда оставались такой же красивой и удивляли нас новыми проектами. Спасибо огромное. Спасибо вам.